Приветствую, друзья! По вашей просьбе сегодня мы с вами прогуляемся от тысячи мелочей в сторону АЭС-2 и посмотрим, как преображается эта часть города. Друзья, хочу обратить ваше внимание на эти дома по проспекту Ленина. Посмотрите, как они преображаются. Номера домов 104, 106 и чуть дальше 108, 110. Эти дома все еще в процессе восстановления, но уже радуют глаз. Дом по проспекту Ленина 111. Этот объект тоже сильно пострадал, но его уже не узнать, в хорошем смысле слова. Здесь ведутся восстановительные работы. Тротуар вдоль проспекта Ленина все еще не делали, но таким образом мы сможем сравнить, каким он был и каким он станет в скором будущем. Чего не скажешь о дороге. Дорога по проспекту Ленина уже шикарная. Дом по Ленина 108. За зеленым забором был дом по Ленина 121. Его снесли. Проспект Ленина 110. Дом по проспекту Ленина 123А. Если честно, я думал, что его будут сносить, но нет. Его восстанавливают. И мы подходим к парку Победы. В этом парке уже провели капитальный ремонт. Переложили плитку. Здесь появилось больше пешеходных дорожек. Больше детских и спортивных площадок. Это самолет МиГ-17. А сейчас быстро пробегусь по парку и покажу вам детские и спортивные площадки, которые появились здесь. Да, здесь гораздо больше стало дорожек пешеходных. Это новая детская площадка. Хорошее место для отдыха с детьми.
да и не только. Здесь сквозь эти газоны были вытоптаны тропинки раньше. А теперь выложили из плитки дорожки. Здесь появились теннисные столы. Баскетбольная площадка. За ней еще детская. Этот парк очень большой, и он, конечно, преобразился. И чуть дальше появилась еще площадка для экстремальных видов спорта с трамплинами для скейтбордистов, для роллеров, велосипедистов. А также появилась площадка для интеллектуального отдыха. В этой беседке имеются столы для игры в шахматы, шашки. Ребята, добрый вечер. Как вам площадка? Хорошая? Да. Нравится? Очень. Да? Ну, будьте осторожны, это опасная площадка. Здесь можно травмироваться. Хорошо. Давайте, счастливо. Удачи. И за ней же сразу спортивная площадка. Уже начало 6 вечера, и люди с работы выходят с детьми на улицу. На детской площадке появилась детвора с родителями. А то будут писать мне, где люди? В Караганде. Ночью этот самолет подсвечивается вот этими лампами. Итак, я вернулся к проспекту Ленина, а С2 в эту сторону. За этим забором был дом номер 127 по Ленина. Чуть дальше была высотка номер 129. Их снесли. И скоро здесь будут возводить новостройки. Итак, мы дошли до улицы Малая Куприна. Здесь уже сделали шикарные дороги, тротуары. Вот так выглядит АЭС-2 на сегодняшний день. Восстановительных работ здесь еще не начинали. Сразу видно, какого все это периода. Итак, друзья, это был краткий видеообзор проспекта Ленина от «Тысячи мелочей» до АЭС-2. Мариуполь возрождается.
И это радует. Всем мира и добра. Пока.